Супруга полицейского, которую накануне выпустили на свободу, вновь вернется за решетку. Апелляционная коллегия сегодня отменила приговор суда об условно-досрочном освобождении Ботагоз Бахыжановой. Жена экс-начальника административной полиции Восточно-Казахстанской области в декабре прошлого года насмерть сбила пешехода и скрылась с места происшествия. Ее жертвой оказался сотрудник подразделения криминальной полиции Мирхат Отчигаров. В апреле после продолжительных слушаний женщину признали виновной и назначили 2 года лишения свободы в колонии поселения. Ее супругу пришлось уволиться из правоохранительных органов. Но спустя полгода женщина попросила заменить реальный срок на штраф. В конце сентября суд семьи удовлетворил это ходатайство Ботагоз Бахыжановой, обязав выплатить в бюджет 271 тысячу тенге. Прокуроры с этим не согласились и опротестовали решение. В соответствии с статьей 39 Конституционного закона о судебной системе и статусе судей предусмотрена ответственность за грубое нарушение при рассмотрении дел в случае установления это вышестоящей судебной инстанции. В данном случае апелляционной инстанции областного суда такие нарушения были установлены, поэтому будет решаться вопрос о дисциплинарной ответственности судей.